Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Демоникс. И сегодня мы будем играть в Золото Запада. И я вам покажу хороший баг на X3. Заходим в Золото Запада, X3. Ставим 10 рублей и начинаем ставку. Так, забираем. Ставим либо лево, либо центр. Направо на первой ступени не бывает. Вот это баг такой. Либо право, либо центр. На вторую ступень не ставим. Сегодня заметил этот баг. Немного поднял. Можно ставить с догоном. Я уже рисковать не хочу. Вот такой баг. Либо право, либо лево, точнее, либо центр. Ну, сами видите. На третьей ячейке золота не бывает. Ну и то сливает, видите. Хотя только из двух рабочих. Ну, так как здесь 3x, скорее всего, все равно будешь в плюсе. А играешь как будто на 2x. Так что пробуйте, поднимайте, играйте с догоном, пока этот баг работает. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Дальше в первой ступени не идем, потому что там уже все три активны. А вот на первый только две рабочие. Вот так потихоньку поднимаем. Можно ставить побольше. Все, всем пока.